Эфир телеканала ОТВ продолжает рубрика «Происшествия». В студии для вас работаю я, Эльвира Хафизова. Здравствуйте, и сегодня в выпуске. Ну, я скорость выключил, начал тормозить, а он уже все. Водитель автокрана рассказал подробности массовой аварии с погибшим. В Магнитогорске вспыхнул садовый домик. Маленькая девочка устроила опасные игры на высоте 8-го этажа. На озере Смолино из воды вытащили молодую пару, у которых лопнул надувной матрас. Предполагаемый виновник массовой аварии в Ленинском районе рассказал подробности ДТП. Там автокран без тормозов протаранил 3 маршрутки с пассажирами и сбил пешехода. После случившегося сотрудники ГИБДД вышли в рейд. Теперь все большие грузы будут проходить тщательную проверку. С подробностями наш корреспондент. Я был на меридиан, поэтому я скорость выключил. Начал тормозить, а он уже все. Уже не тормозил. Вы пониженную не включали, да, скорость? Я уже и скорость не мог включить, у меня воздуха не было. А утром сегодня начали? Поехали нормально? Транспортные средства были? Да. На кадрах 30-летний водитель автокрана заметно напуган. Сбивчиво рассказывает, ехал с горы, не сработали тормоза, хотя утром транспортное средство было в порядке. Момент страшной аварии попал на видео. С 9 часов утра улица Дзержинского, автокран на высокой скорости летит с моста, сначала сбивает пешехода, затем врезается по касательной в паз. Автокран отбрасывает в другую маршрутку, а уже та влетает в третью. Во всех них были пассажиры. От испуга люди начали выбивать двери ногами, чтобы спастись. Была угроза взрыва газовых баллонов. Ну, смотрю, там пацаны более молодые, они двери открывали, выламывали, и люди выходили. Водитель автокрана рассказал, не мог помочь пассажирам, его ноги зажало железной кабиной. Изначально была информация о 7 пострадавших, однако позже число увеличилось до 9. Сбитый пешеход скончался на месте. 3 доставили в 1-ю горбольницу, еще 3 в 9-ю. Остальным оказали помощь на месте. В настоящий момент устанавливаются все причины данного дорожно-транспортного происшествия. Есть версия о том, что у автомобиля МАЗ отказали тормоза. В настоящий момент также еще оказана помощь 7 пострадавшим из 3 автомобилей ПАЗ. Известно, автокран принадлежал частному лицу. Скорее всего, водитель его просто арендовал. А сам шофер 2 раза привлекался за нарушение ПДД. Кстати, на своей странице в соцсети он опубликовал вот это фото, подписав, что уже попадал в аварию на Большегрузе. Добавлю, погибшему пешеходу было 56 лет. По некоторой информации, ДТП случилось на глазах его родственницы, которой он спешил навстречу. А мужчина этот стоял вот здесь, начал заходить, и он его, в общем, с этой стороны... В общем, долбанул его и потом еще догнал вон тот пазик, который вон там был. Сразу после массовой аварии автоинспекторы вышли в масштабный рейд. Начали проверку всех больших грузов. По указанию главы региона, многотонникам теперь запрещено ездить по городу. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Что касаемо самого водителя, сейчас он находится в больнице. Не исключено, что в ближайшее время ему сберут меру пресечения. Впрочем, истинную причину ДТП предстоит еще выяснить. Полина Кирсанова, Эльвира Хафизова, Ольга Гаврилюк, Александр Рязанцев, ОТВ. Громкий хлопок всполошил жителей Златоуста. Там на заправке взорвался баллон с метаном, который был установлен на грузовике. Теперь лобовое стекло этого грузовика больше напоминает паутину. Капот вырван, повреждена колонка. Это последствия взрыва на газовой заправке. По предварительным данным, водитель пошел оплачивать топливо. В этот момент прогремел взрыв. Произошла разгерметизация газового баллона, которая сопровождалась громким хлопком. По прибытию к месту вызова было обнаружено, что на автомобиле был разорван газовый баллон. К счастью, возгорания в результате происшедшего не произошло. К счастью, обошлось без пострадавших. Эта авария произошла в Уйском районе. 64-летний мужчина за рулем Рено превысил скорость, не справился с управлением, слетел в левый кювет. Машина опрокинулась в результате аварии. Пассажир, 28-летняя девушка, получила травмы, ее забрали медики. Автоинспекторы предупреждают, нужно соблюдать безопасную скорость и пристегивать ремни. Эта авария произошла в Миассе. 32-летний водитель «Газели» на пешеходном переходе сбил 86-летнюю женщину. Пенсионерка получила телесные повреждения и была госпитализирована. Многие водители едут на юг или с юга и не спят в дороге. Из-за этого они засыпают за рулем. Происходят самые страшные ДТП. Мы хотим это дело предотвратить.
Нет, автоинспекторы не проверяют документы и не просят пройти медосвидетельствование. Сотрудники ГИБДД проводят акцию «Отдохну и поеду дальше». Трасса М5 – одна из опаснейших в России. Ежедневно по ней проезжают сотни тысяч водителей. Чтобы предотвратить аварию, автоинспекторы предложили отдохнуть автолюбителям, выпить чаю и полакомиться сладостями. Мы разъясняем водителям необходимость отдыха в дороге. Объясняем те последствия, которые могут наступить в случае, если водитель устанет. И ставшую традиционную акцию такую планируем проводить ежегодно. Хорошая акция для отдыха водителей. Чай попили, отдохнули. Добавлю, каждый желающий мог лично задать вопрос командиру областного полка. Также на автомобиле, в которых были несовершеннолетние пассажиры, клеили наклейки. Дети получили в подарок светоотражающие значки, брелоки и воздушные шары. На озере Смолино из воды вытащили двоих челябинцев, у которых лопнул надувной матрас. Молодая пара решила поплавать, однако выбраться самостоятельно не смогла. ЧП произошло на пляже «Прибой». По данным Управления безопасности жизнедеятельности, купальщиков обнаружили матросы-спасатели в 150 метрах от берега. Подплыли на лодке и эвакуировали. От медпомощи пара отказалась. Добавлю, с начала сезона на водоемах региона утонуло 12 детей. И одна из причин, которую называют спасатели, использование матрасов не по назначению. Такие матрасы почти у каждого второго отдыхающего. Однако предназначены они для отдыха. Они выше плавательного, и от этого на большой глубине на него еще сложнее забраться. Спасатели настаивают: нужно выбирать матрасы для плавания и обязательно надевать спасательный жилет. И переходим к огненным ЧП. В Магнитогорске вспыхнул садовый домик. Причиной возгорания предварительно стало неисправное газовое оборудование. Пожар произошел в СНТ «Строитель номер 8». По словам очевидцев, хозяин сада, как только увидел задымление, сразу вызвал пожарных. В это время соседи помогли вытащить автомобиль. Пламя потушили. Предварительная причина – неисправное газовое оборудование. Лесные пожары окутали Карталинский район. С начала года на территории муниципалитета произошло более 30 возгораний. И большая часть из-за несоблюдения правил безопасности. Для того, чтобы уменьшить ущерб, инспекторы проводят патрулирование угодий. С начала года таких рейдов прошло около 8 тысяч. В данном случае, в принципе, работа не выполнена, поэтому мы обязаны составить на вас протокол по нарушению правил пожарной безопасности. Давайте тогда мы оформляем. Сотрудники Главного управления лесного хозяйства Челябинской области и Карталинского лесничества выписывают штраф собственнику полей. Фермер не сделал противопожарную опашку на границе своих земель с лесным фондом. Это самое распространенное нарушение. 383 нарушителя привлекли к ответственности. Административный штраф составляет на физических лиц от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей и на юридических лиц до 200 тысяч рублей. Это то, что не сделана минерализованная полоса и не произведена очистка. В случае возникновения пожара и перехода огня в лесной фонд сумма административного штрафа достигает 500 000 рублей. При этом 90% пожаров возникает из-за человеческого фактора. С начала пожароопасного сезона 2019 года на территории лесного фонда Карталинского лесничества произошло 32 лесных пожара на площади 229 гектар. 25 лесных пожаров как раз у нас как бы произошли, то что переход сельхозполей. На площади 21 гектар выгорели хвойные породы. Общий урон 103 миллиона рублей. Нарушителям было выдано 60 постановлений. А я добавлю, что сейчас в области сохраняется оранжевый уровень опасности. С начала года в регионе зарегистрировано 406 лесных пожаров. На общей площади 8800 гектаров. Это сопоставимо с площадью 12,5 тысяч футбольных полей. Опасные игры едва не закончились трагедией в Магнитогорске. Маленькая девочка вылезла на балкон 8-го этажа, села на перила и свесила ноги. Кошмар, кошмар. Посмотрите, ужас какой. От этих кадров замирает сердце. На высоте 8-го этажа маленькая девочка. Ребенок вышел на балкон, встал на табуретку и резвится. Затем, по словам очевидцев, малышка села на перила и свесила ноги. Прохожие вызвали полицию. Стражи порядка пояснили: ребенок в квартире находился с бабушкой. Как внучка оказалась на балконе, она не заметила. После инцидента с ребенком и ее бабушкой проведут профилактическую беседу сотрудники ПДН. А в Челябинске дети нашли другое развлечение. Вооружились камнями и закидали проезжающие по дороге машины.
Крики радости, веселье, вот только водителям совершенно не до смеха. Металлургический район компания детей выбрала себе опасное развлечение. Камнями закидывать проезжающие машины. Инцидент попал на видео, однако полицию так и никто не вызвал. А это фото появилось в интернете часом позже. В машине челябинца разбито лобовое стекло. Владелец авто находился в том же районе, и не исключено, что машину могли повредить те же хулиганы. Сейчас автолюбитель ищет очевидцев. Это все, о чем я успеваю рассказать. Будьте внимательны и осторожны. Чаще смотрите по сторонам. В студии для вас работала я, Эльвира Хафизова. Увидимся на телеканале ОТВ.